Всем желаю получить хорошее настроение, зарядиться, бодрости духа, с хорошим стартом всех нас! Мы бежали всей семьей, нас переполняют эмоции, все настолько насыщенная такая трасса. Нам очень все понравилось. Мы за здоровый образ жизни, марафоны бегаем регулярно. Классно, пробежал 3 километра, вспотел, доволен. Глава региона с нами, все хорошо. Это мой первый официальный забег на 10 километров. Мне очень понравилось, потому что, когда ты бежишь, ты в первую очередь побеждаешь самого главного соперника, самого себя. Well, the course was very hard, but I managed to control the pace. Well, spectator... Трасса была тяжелая, но удалось бежать в желаемом темпе. Очень понравилось, что поддерживали, и это было очень приятно. И спасибо России. Спасибо болельщикам за такую прекрасную... Эмоции, что мне передали, поддержка была классная. Спасибо Омску за это. Не ожидала, что буду вторая. Я так надеялась, на девчонок посмотрела. Ну, четвертая, пятая, ну, вот так вот. Но получилась вторая. Потерпела немножко, у меня уже... За спиной больше 50 марафонов, была в разных условиях, знаю, как начинать, где потерпеть и где можно девчонок достать. Это у нас 34-й марафон. Имена победителей у нас, это уже история. Их имена будут вписаны рядом со статуей марафонца и навсегда будет в летописи нашего города и нашей области.